Друзья, чем заняться на выходных? Конечно же, шопингом. Но и мы не могли в связи с этим не позвать наших постоянных гостей, наших друзей. Саида Саидалиева, стилист сети итальянской одежды, Марина Логачева, ведущий продавец, консультант сети итальянской одежды и Екатерина Николаевна. Николаевна? Ва. Николаевна. Победитель розыгрыша путевки в Диснейленд. Доброе утро. Доброе модное утро. А вот Екатерина была не подготовлена. Как дебют. Дебют состоялся, Екатерина. Мы к вам еще вернемся. Пока стойте, наслаждайтесь тем, что происходит вокруг. И сейчас Саиде хочется отдать слово. Весна пришла. Все ярко. А с ней Саида. В таком ярком свитшоте. Почему наша стойка сегодня такая очень-очень цветная, прямо-таки вырви глаз? Потому что на улице все-таки серость, грязь и все это дело. Тает снег еще, какой-то непонятного цвета. Хочется больше цветов. Да, ну, если вы обращали внимание на цвет неба, он такой уже небесно-голубой, чистый цвет. И эти все чистые цвета приходят вместе с весной. И даже уже пахнет летом немного, в душе это пахнет. По крайней мере, у меня точно пахнет, и у нас, у всех. Ну что, этой весной хочется всегда... Вообще, в принципе, весной всегда хочется немного более насыщенных оттенков, потому как трава зеленее, да, цветы ярче, ну и в том числе гардероб становится более насыщенным. Мы начинаем сочетать вкусные цвета вместе, да, перемешиваем и добавляем в свой гардероб насыщенности, играем на контрасте. Как раз-таки в этой весной дизайнеры рекомендуют сочетать несочетаемые, но при этом добавлять нотки новых оттенков. К примеру, возьмем новый желтый. Это желтый — это вообще писк. Название ему дали желтый жаворонок. Обратите внимание, он такой яркий, насыщенный цвет желтого. К нему добавляем новый оттенок зеленого, цвет Аркадия. Смотрите, это такой спокойный. Мне сейчас не показалось. Почему цвет Аркадия? Я сейчас точно все правильно услышал. Вы все правильно услышали. Цвет его лица, что ли? Цвет его такой спокойной души, такой уверенный зеленый тон. Как красиво, да? И уже как-то заиграла новыми красками. Ну и такое цветовое решение, наверное, поднимает настроение не только себе, да, и окружающим, дает понять, что весна и лето уже не за горами. Ну и этой же весной фуксия, только этой весной разрешает рядом с собой сочетать не менее яркие оттенки. Взгляните. Сочные оттенки. Да, сочная, насыщенная бирюза. Так? Следующий оттенок. Следующий оттенок у нас солнечный, теплый, желтый. Сочетания вкусные и настраивают на позитив и на путешествия. Ну и, конечно же, мы не могли не привлечь и не показать вам микс сочетаний. Такое северное сияние, прохлада некоторая, да, и добавляет к фуксии нежности. Ну, то есть ее немножко приглушает. Что говорить о лете? Для лета нужно показывать на себе и носить. Марина, что ты скажешь? Хотелось бы сказать о том, что, конечно же, сочные и яркие оттенки и цвета – это выбор самодостаточной женщины. Но хотелось бы отметить о том, что очень много поклонниц свободного стиля оверсайз. Это рубашки, это деним-джинсы. Фишкой этого сезона весны 2018, конечно же, выступают накладные карманы. Они могут быть выполнены как и на верхней одежде, так и на повседневных вот таких вот платья, туники. Также карманы могут быть выполнены закругленными, заостренными и прямыми. Нашим девушкам будет очень удобно носить как в повседневной жизни такие варианты, так и для встречи с друзьями, похода в кафе, в кино. Да. И при этом чувствовать себя легкой, модной, удобно, практично, ярко. Ну, нам вообще не хочется, чтобы эта стойка с модной одеждой покидала нашу студию. Вы видите, как классно она гармонирует с вот этими цветами, с этими сочными фруктами, которые у нас изображены на наших стенах. Как классно некоторые элементы одежды гармонируют с именем одного из ведущих. Самое главное — не бояться экспериментировать и сочетать несочетаемое. Будьте смелыми этой весной. И вообще, в принципе, не нужно бояться сочетать и играть на контрасте. Да? Надевайте, носите и радуйтесь. Радуйте себя и окружающих. И не забываем про модные акценты. Это, конечно же, яркая бижутерия, сумки, броши.
всего невозможно показать. Как говорил Стас Михайлов, не забывайте про кресты. Ну и Екатерина не просто так появилась сегодня в нашей студии. Спешу вас с ней познакомить. Вот так выглядит победитель того самого розыгрыша, о котором мы говорили на протяжении, наверное, полгода. Да, хотелось бы напомнить, что эта акция у нас стартовала 17 сентября прошлого года. И итоги мы подвели 4 марта 2018 года. Полгода длилась наша акция. Волшебный мир Диснейленда ждал, кого-то ждал. Ждал он и Екатерина. Дождался. Но самое интересное, что не всегда и не все наши победители верят в свою победу и готовятся заранее. Как я понимаю, у Екатерины вы не были готовы. Я не была готова. Да. Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях и вот маленьких таких нюансиках. Ну, я была просто не готова, потому что я выиграю, потому что не думала, что я выиграю. Вот. И просто как бы это была большая неожиданность. И очень приятно было выиграть. Ну, как бы с тем, что я не готова в связи. Я никуда не поехала. Меня пригласили сюда. Ну, смотри, Диснейленд и утренний коктейль. Мне кажется, выбор очевиден, конечно. Утренний коктейль, и вам еще повезло, потому что кому надо ехать лохаться. Тут все недалеко. Никто не бывает готов, но вот теперь на примерах мы учимся, дорогие девочки. Готовимся заранее, делаем загранпаспорта, шенгены, визы. Ну, настрой это, конечно. Просто вы загадали желание, но сами не поверили, наверное, в то, что это может быть. Поэтому, если заранее узнаете о каком-то розыгрыше, а тем более, если это поездка куда-то за границу, в Европу, да, готовьте, проверяйте все документы, чтобы потом в попыхах не бегать, да, и чтобы не возникло каких-то последующих проблем. Сразу, друзья, максимально паспорта, визы, новый чемодан, собрать весь этот чемодан в салоне Монте-Наполеоне. Деньги, время, ну и другие пункты, все это проверяйте. Все сразу готовьтесь. Екатерина, ну вы счастливы? Конечно. Сам факт, что я выиграла. Самое главное, вы знаете, волшебство, оно продолжается. Да. Если вы не едете в Диснейленд, то Диснейленд едет к вам. Хотелось бы от лица всей команды Монте-Наполеона поздравить вас с этим выигрышем. У нас всегда есть выбор, всегда есть альтернатива. Так. И я думаю, что вот такой вот шопинг с Монте-Наполеона, и тут фанфары, барабанная дробь, вот как-то... Это вы вообще представляете сертификат на шопинг на 100 тысяч рублей в прямом эфире. Марина даже специально вот подбирала сертификат под свою рубашку, точнее рубашку под сертификат. Здорово. Слушайте, Екатерина, мы вас поздравляем. Наконец-то шопинг стал приносить деньги. Вот это, мне кажется, исторический момент. Ну и хотелось бы сказать о том, что у нас стартует новая акция. Уже стартовала. Это, конечно же... Так. Поездка на венецианский карнавал, девочки. Готовьте акция стартовала 7 марта. Паспорта. Да. И у вас есть время. Итоги мы подведем 17 августа. Готовьтесь заранее. Участвуйте в нашей акции. Да. У нас очень много подарков. Вот таких вот, ну, неожиданных. Кстати, много аналов, да? Аналогов, точнее, как вы. Я вижу счастье в глазах Екатерины. Нет, конечно, спасибо. И она уже просто представляет так. Да, да, именно так я сейчас и представляю. Уже примеряет новую весну на себя. На все. Девушки, в самое ближайшее время уже состоится модный базар же, конечно же, приглашаешь. Ну, конечно же, в эти выходные 23, 24 и 25 марта торговый центр «Комсомол» откроет свои двери. Ну и, конечно же, наш модный базар, очень много новинок, уже попала весенняя коллекция. Так что, дорогие девчонки, вперед и с песней! Вот Екатерина, сочная рвется! Екатерина обзвонит всех подружек, мама, наверное, как потратите, да, думаете? Ну, конечно, так и потратим, как вы сказали. А вы будете выводить на все 100. Да, спасибо огромное. Спасибо вам большое, что дарите праздник и не продолжаете, точнее, продолжаете это делать постоянно. Спасибо за ваши идеи. Ну, какое сейчас время? Время носить Монте-Наполеоны. Друзья, у нас в гостях были Саида Саидали, василист сети итальянской одежды Монте-Наполеоне, Марина Логачева, ведущий продавец консультант сети итальянской одежды Монте-Наполеоне, и Екатерина, победитель розыгрыша путевки в Диснейленд, которая буквально здесь, в эфире утреннего коктейля, превратилась в сумму 100 тысяч рублей. Екатерина, мы вас еще раз поздравляем. Поздравляю. Удачи вам спасибо. Во всем, я не знаю, сходите. И новых побед. Да, можете купить лотерейный билет, мне кажется, вам будет веселее во всем. Девочки, вам спасибо огромное за то, что пришли. Спасибо за зеленый цвет Аркадия. Ну а мы, друзья, продолжаем нашу программу, смотрим анонс следующего часа. Ну а наших гостей из Монте-Наполеона ждем каждый день.